Здравствуйте! На этом уроке нам нужно сложить две дроби 3 пятнадцатых и 7 пятнадцатых. Ответ упростить. Приступим к выполнению нашего задания. Нам просто надо сложить две дроби, конечно же, если они не смешаны. В данном случае у нас таких нет. Значит, главное условие – одинаковые знаменатели. В нашем примере знаменатели уже одинаковые. Таким образом, если нам необходимо сложить эти две дроби, то и знаменатель суммы будет 15. А чтобы получить числитель, нам надо сложить числители данных дробей. 3 плюс 7 – это 10. Значит, сумма данных дробей равна 10 пятнадцатых. Теперь надо упростить. Если мы хотим упростить эту дробь, нам нужно найти наибольший общий множитель чисел 10 и 15. Что-то мне подсказывает число 5 – наибольший общий множитель. Другими словами, 5 – это множитель, который содержится в двух числах. Теперь разделим 10 на 5, а также 15 на 5. В ответе у нас будет 10 разделить на 5 – это 2, 15 разделить на 5 – это 3. Таким образом, мы получили 2 третьих. Чтобы понять, как это все происходит, давайте попробуем это изобразить. Мы разделим что-то на 15 частей. Вот давайте разделим. Я нарисую 15 частей. Вот здесь у нас первая часть. Ой, я, пожалуй, скопирую эту часть. Вот у нас вторая часть, третья, четвертая и пятая. А теперь я скопирую 5 частей целиком. Вот у нас уже 10 частей. И еще раз. И здесь 15 частей. Представим, что это шоколадный батончик. Мы разрезали его на 15 частей. И теперь давайте разбираться. Что такое 3 пятнадцатых? Дробь 3 пятнадцатых – это 3 из 15 частей. Значит, вот у нас 1, 2 и 3. 3 пятнадцатых. А к 3 пятнадцатым мы прибавляем 7 пятнадцатых или 7 из 15 частей. Таким образом, мы прибавляем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 частей. Если мы посчитаем все эти части, закрашенные в оранжевые и синие цвета, то получим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 частей. Другими словами, у нас будет 10 из 15 частей. Понять же тот факт, что 10 пятнадцатых – это 2 третьих, вы можете, разрезав батончик на 3 части. Таким образом, каждая новая большая часть будет содержать 5 старых маленьких частей. Давайте так и сделаем. 1, 2, 3, 4, 5 – это у нас 1 треть. 1, 2, 3, 4, 5 – еще 1 треть. Обратите внимание, что у нас закрашены 1 часть, 2, точно 2 третьих. А это 3 третьих, но эта часть у нас уже не закрашена. Таким образом, 10 пятнадцатых – это 2 третьих. Вот и все. На сегодня все. До скорой встречи!